Приветствую вас на своей кухне. Сейчас все делают торты без выпечки, а я буду печь. Ну, не торт, а пирог с творогом. Мне здесь 3 желтка, полстакана или 100 грамм сахара. Перемешиваем. Чуть-чуть взобьем до бела. Буквально там меньше минутки. Сюда же наливаю растопленное сливочное масло. 100 грамм. Растапливала его в форме, в которой буду печь. Оно как бы сразу смазывается заодно. Так, сюда я просеяла муку. 1 стакан уже насыпала. И еще нужно полстакана. Это я еще взвешиваю. Еще 1,5 стакана было 137 плюс 63. Сделаем вот так. 200 грамм в общем. Вот. И вот щепоточку соды. Рецепта соли нет. Ну, чуть-чуть подсолим. Все, перемешиваем ложкой. И тесто у нас готово. Нужно будет это тесто поставить в холодильник на 10 минут. Так, ложкой прямо оно перемешивается. Вот смотрите, тесто такое вот мягкое. Я прям его так вот в миске накрою пленкой и уберу в холодильник. Здесь у меня 200 грамм творога. Половину сахара, полстакана я взяла, половину я насыплю сюда, чтобы был творог сладкий. Половину оставлю. Сейчас начнем взбивать белки. Пока стоит в холодильнике тесто. Вот пошла пенка. Сейчас начнем добавлять сахар понемногу. Смотрите, как взбились. Все, собираем пирог. Так, тесто постояло. Выкладываем его. Вот такое стало плотное. За 10 минут. Творог я перемешала с сахаром. Тесто разровняла по всей форме. Чуть-чуть сделала маленькие бортики. Маленькие. Разровняла и вот так сравняла. И бортики разровняем, чтобы было более равномерно и красиво. Все. И выкладываем творог. В творог, кстати, можно вместо сахара можно добавить изюм. Попробовать с другими сухофруктами смешать. Сейчас распределим. Все, творог тоже я распределила по форме. И теперь сюда же сверху выкладываем белок. Также распределяем. И знаете, что попробовала? Если это удержится, то интересно будет. Такая неровная поверхность. Интересная. Все, в духовку. Вот такая красота получилась. Горячий еще, только вытащила. Вчера вечером уже не стали резать, снимать. Вот из-за того, что неправильно переворачивала, чуть-чуть испортился пирог. Вот, но корж пропекся. Вот такой вот
творожная и белковая масса. Сейчас попробую. Такой мягкий. Мягкий, нежный верх. Белок, получается, пропекается только сверху. Внутри он остается таким мягеньким, наверное, из-за того, что влажный творог здесь. Так, сахара я положила много, поэтому в описании под видео буду писать меньше сахара.